Трэш случился после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Самый громкий бой и, похоже, самый громкий скандал после него. Вкратце о самой схватке. Хабиб доминировал в каждом раунде, и он даже смог в стойке отправить Конора в нокдаун. В четвертом раунде он задушил его, и после этого началась жесть. Он продолжил оскорблять ирландца, и после этого он побежал и накинулся на команду Конора. И началась драка. Макгрегор в это время налетел на зубы Ратухугова, и что происходило дальше, непонятно. Хабиба приводили в норму несколько минут, после чего он просто хотел, чтобы ему дали пояс, но Дана сказала, что он его не получит. По правилам, он не имел права выпрыгивать за пределы клетки, и титул он не получит. Хабиб сказал: «Отправьте меня в тюрьму или дайте мне мой пояс». Но в итоге его увели из арены, а болельщики забросали его мусором. После этого объявили победу Хабиба, но пояс ему не дали. Ждем новостей и посмотрим, что будет дальше. Ясно одно: оба бойца хайпанули круче некуда.